Итак, мы на пляже отеля Амфорас Блю. Отель сопряжен с отелем Амфорас. Вот буквально в 10 шагах отель Амфорас. В принципе, все гости отеля Амфорас Блю и Аква Амфорас могут пользоваться общей территорией и плавать и на пирсе этого отеля, и на пирсе отеля Амфорас. Представители отеля Амфорас Аква розовые полотенца и Амфорас Блю оранжевые полотенца. Как видите, браслеты у всех разные. Браслеты у Амфорас Аква черные, у Амфорас Блю желтые. Площадочка, бар. Здесь есть перекусы, можно 12 часов поесть картошки жареной, кто дома не наелся, с кетчупом. Вот Лена любит у нас картошку, ест почти каждый день, потому что ей неохота идти к себе в отель. Ну, в принципе, это удобно, чтобы не мотаться туда-сюда, можно поесть. Пирс отеля Амфорас Блю. Сегодня течение, вообще в этой зоне очень часто течение, практически каждый день, но оно меняется. И вот сегодня на отеле Амфорас мы купаемся, а здесь висит красный флаг, никто не купается. Так что имейте в виду, когда будете выбирать отель. На детской площадке проходит анимация, дартс, зарядка, есть гимнастика, танцы. Здесь подают напитки и перекус есть. Вот видишь, уже готовят перекусу, ставят лотки железные. Здесь будет картошка, гамбургеры. Здесь можно посидеть под навесом, поесть, если вам неохота идти в ресторан в общем. Найс! Здесь печка. В печке готовят пиццу в основном. What is your name? Ahmed. Nice to meet you. What is your name? My name is Saeed. How old? 20 years. I want to be Rososki man. Итак, мы сейчас закусим картошечкой. Мальчишки сразу зашевелились, как их стали снимать. И сейчас нам самое вкусное — это тут картошечки. И тут горчичка, и острый перец, чили. Ахмед сейчас нам навалит картошку. Эту отдел. Как бабушка. Приятного аппетита. Спасибо. Номера есть с выходом на море. Вот двухэтажные номера. Стандарты улучшенные. Территория зеленая, ухоженная. Есть бассейн. Вторая линия, тоже номера двухэтажные. На первом этаже терраса будет у вас, на втором этаже балкон и бассейн. Еду из ресторана выносить запрещено. Штраф за утерю браслетов $150. Желаем приятного отдыха. И вот ресторанчик. Ресторанчик небольшой. Здесь проходит питание. Такой маленький барчик. Сегодня у нас очередной ресторан. Ресторан третий, Алякарт. Что нам подают сегодня? Всего ресторанов 3 здесь, 2 пятерки и 1 здесь. Четверки. Четвертый в Алохе. Не Алоха теперь, как он называется? Блю. Амфорас Блю. Так, теперь мы находимся в Амфорас Блю отеле. Отель 4 звезды. И нас пригласили в ресторан Алякарт. Протестировать, да. Пригласили, так прямо пригласили. Местное меню. Местное меню. Пригласили, так пригласили. Да. Нас представители с разных отелей. С отеля 4 звезды Лена у нас. Отель называется Аква и Амфорас отель. Мы уже битые туристы, бывалые. Да. Протестируем и посмотрим, в чем разница между всеми. Тот самый, как он. На закуску подали баклажанчик с колбасой и какая-то фасоль. Баклажанчик. Это ж не баклажанчик. Да. Еще подали перетертые бобы. Это не хумус. Кусочек морковочки и икра заморская, баклажанная. Суп из морепродуктов. Это кальмар. Да. Суп из морепродуктов. Он у меня. Машина. Опа. Горшок. Так, убирай. Молодец. Как молодец. Это рыба. Чего себе. Я ничего забрал. Да, смотри, рыба. Это не то. Это не то. Это гораздо лучше. А что краб такой покусанный? Один только. Что-то как-то скромный. Нам суп. Да. Да. А вот еще чего-то принесли. О, мой курс. Мадам. Thank you. Thank you very much. Мадам.